Простите, извините, извините, пожалуйста. Я слушался маму, но Алёнушка заколдовала случайно. Я прошу прощения. Ой, ой, эй, что? Кто? Куда? Зачем? Почему? Не смотри! Не буду. Куда вы? Прошу прощения. Извините, пожалуйста, можно спросить? Не надо. Куда вы? Девочка. Девочку не видали? Вы, я говорю, вы здесь девочку не видали? Какая вы здесь девочка? Девочка, извините, пожалуйста. Я вот так ей скажу. Алёнушка, будьте добры, пожалуйста, очень вас прошу, расколдуйте меня назад. Я хочу быть маленьким, как раньше. Пожалуйста. А если не получится, попрошу ее тетю. Она волшебница. Слава! Где ты, доча? И изобретения твои ненаглядные! Царь-батюшка, ну, одной нет, но другая же осталась. Еще лучше прежней, я так считаю.
Свадебный марш. Разучили? А? Марш? Марш, марш. Ну, почти. А мы это, к гастролям готовимся. Турне. Ага. Что? Эй, вы, филармонисты. Ну-ка, живо на огород. За работу. А, начинается. Опять скандалит. А, на, пошли. Аленушка, это свадебный подарок. Мое первое мировое турне. Прославлюсь, сразу вернусь и в свадьбе поучаствую. Вернусь. Аленушка. Прославлюсь. Аленушка. Заколдуй. Аленушка. Вот слушаю я и слушаю. Вы еще даже не поженились, а уже ругаетесь. Вы бы лучше бы о царе подумали. Вы его своими глупыми песнями, жуткими этими, как его, дизайнами вообще-то канали. Это у кого дизайны жуткие? И песни глупые. Ну вот идите, идите и попробуйте их папе спеть. И попробуем. Да, и попробуем. А я на вас потом посмотрю. Ну что? О, красота. Эх! Светланка, конструктор чего любимый? А? Не вертись, пожалуйста, а? А то опять абстракционизм получится. Кончится мое терпение. Буду поджигать что-нибудь. Не пожалею твой этот топливный запас. Круто. Поджечь ракету с топливом, она и полетит. Шахчик, ты гений. Привез, можно сказать, своими собственными руками. На свою, можно сказать, несчастную голову. Где мои глаза были? Почему ноги? Ноги почему по пути не отсохли? А, женщины, может, заколдуем? Кристалл слабоват. Пошел куда-нибудь. Подалься. Откуда не возвращается? Она сама кого хочешь. Пошлет. Испортим систему навигации. И прощайте, Всеслава Дармидовна! Маленькие исправления, и нет, царевна! Ох, где моя Всеслава? Царская ушла на кулинару, батюшки, дочка и награда. Блюда, ложки, вилки, всякая удваль. Все стоит без дела, ох, соскует государь. Играли, мной все решено! Погоня!
Замечательно. Сначала одна царская особа мою группу разогнала, а теперь другая особа гастроли отменил. Тоже мне руководители. А я вот что скажу. И всегда говорила. Плохи те песенки, что царю-батюшке папе нашему не по вкусу. Ерёма, запрягай! Простите, пожалуйста. Приближается торжественный момент. Начинаем освоение околоземной орбиты. Аплодисменты. Первый транспортный паралет по маршруту наш дворец папин терем к полету готов. О, мой любимый конструкторша, осталось один цифра дописать. Великий изобретатель! Это вам. Опять гороскоп? Досадное недоразумение. Это же карта для полета. Карта? Ваш паралет полетит по этот траектории. Ну, так, короче, запускайте в небо. Будет хорошо. Скоро университет построю. Будешь в нем академиком. Первый беспилотный спутник к полету готов. Опускай! Один! С приветом, папе и сестренке! Поехали! А птицы стоят в небах! Наш великий царевин. Я ж тебе не белка и стрелка какая-нибудь. Кто? Что для военных главное? Конечно же служить. Что так, чтобы на пенсии вольготно было жить. А сестра! Спокойней. Построить замок заново, то укрыть царя святой. Кредит взят на строительство, пока карман пустой. Кредит взят на строительство, кредит взят на строительство, пока карман пустой. Майн замок готов. Битве. Мне маленькую, а себе большую. Господин Цветов, этот замок скорее майн. Отдавай мои деньги. Я готов к небольшой компромисс. Компромисс, говоришь? Я делать немного перестройка этот конструкции. Нет, уж лучше я сам. Зря, что ли, царскую казну спел? Если долетит, назовем первую открытую планету, это Всеслава Дормидонтовна. Лучше мой любимый Рахманчик. А если не долетит? Как не долетит-то? Тогда голова звезда чё-то Фарида. Отдельная. Такая совсем. Ой, тётечка мигать перестала. Ой, можно отделять голову звезда чё-то, а? Это не я,
Это не я, клянусь! Это, наверное, метеорита в паралёте попала! Магический кристалл! Так, дай сюда! Отомщу! Наверное. Хоромы! Бирюлёва! 5 звёзд! Я воль! Зергут! Элитная новостройка! Опять ломать мой замок! Девочка, извините, пожалуйста. Я больше не буду. Ерём! Коньяк-то твой! Котлета горелая! Убёг! Ну, невеста! Сначала группу разогнала, теперь коня упустила. Я больше не буду. Отбегались мы с тобой, Сева. Долго еще целоваться-то будем? Поехали скорее! Я и не собиралась. Если царевен твой новый жена, в сказке недолго в принца влюбиться, но еще лучше стать дочкой царя. Если на вас вздумал шах вдруг жениться, будь очень бдительна с ним и строга. Замк как не бывало. Эту гадость ничего не берет, а? Крылья-то ползучие. Это же царевна! Я рыцарь Фройлот! Я буду с ней воевать! Ишь ты, футеноты! Каков герой, а? Терминатор недоделанный. Пуя! Есть! Есть у меня одна идея. Это же надо. Везение само прямо в руки. Спасибо тебе, царевна, что не промахнулась. Какой прок? Это драгметаллолом. Эх ты, болван железный. При моих связях это не железка, а чистое золото. Да? Очень интересно. Эх, жалко будет, если опять врежется. Не врежется. Вот один, на месте стой! Раз, два, один, два, три. В общем, все. Тут вот первый женский батальон Востока на торжественный запуск паралет построен. Так, правильно будет? Правильно. И сейчас мы будем впервые запускать в небо паралет с космонавтом на борту. И полетит... Полетит наш циклоп. Поздравляю тебя. Ты теперь космонавт номер 1. Я на небо. У
Ой, мамочки. А пусть звездочет улетает, а? Его все равно казнить собирали. Пора на меня. Летите оба с глаз. Ой, давай, давай. А, я не могу. Отстаньте. Не трогайте меня за здесь вообще. А кристалл вернуть? Опять он про свою магию. Так правильно будет. А можно я потом? Давай, давай, полезай. Так еще правильнее будет. Сфокусируем солнечный луч. Так. И правда работает. Надо смастерить из него зажигалку. Или лучевую пушку. Простите, мультика. Вернусь, женюсь. Ох, у меня сегодня самый неудачный день. Мне нравится. Прям тошнить хочется. Сейчас точно окно открою. Это же магический кристалл. Я смогу стать таким могучим магом. Так могу отомстить за все обиды.
Доча там совсем похудела на восточной диете. Они набрали полную телегу ерунды какой-то. Вовсе не ерунды. Нечего выкидывать. Да, и мне нечего выкидывать. Словно чудо эта песня нас соединила вместе. Мелодию рождают чувства. Чесламушка! Это же ее штуковина по небу пролетела! Точно! Ёкнуло сердце отцовское! Мне нечего выкидывать. И мне нечего выкидывать. Помню я твой образ нежный, помню я глаза твои. Возвратясь к тебе, Алена, наши чувства я спасу. Девочка, девочка! Девочка! Ой! Ой! Не надо! Как прошел полет? Бах вас обещал наградить. Правда, Масик? Да. О, а чем нас наградил? А можно вторым полетом? Меня прямо тянет к звездам. Это уже звездная болезнь. Значит, теперь мы с Шаком полетим. Старт завтра утром. Правда, милый? Да. Ну надо же, и здесь русские знают. Действительно странно. Ух ты. Этот человек может жить на такой длинной стенке. Какой прием! Разговор аккуратней там! Они вообще про манеры здесь слыхали? Манеры тоже нет. А что это? Зачем вы сюда пришли? Ух ты! Великий император — это очень полезная вещь. Это заблудились какие-то нищие. Казните весь разговор. Ребят, что там? Мы хотим заключать договор. Давайте без китайских церемоний. Сейчас покажем. Давай, лети, птичка. Принеси дядьке денежку. Опять эти русские придумали что-то новое. Было русское, стало китайское. О, великий император. Она может быть очень вам полезной и принесет много славы вашему роду. Зря мы тебя сюда на своем горбу столько тащили. Иди к папочке. Вот! Только больше в 10 раз. Недорого. Издает одобрительный звук. Еда великого императора. Да, а хочет получить обратно майн фройляйн Марта. Это не есть подарок для императора Сценка. Издает неодобрительный звук. Вы обещали маленький лазик. И доставка за ваш счет. Вот они, мои денежки. Мне целее будут. Издает одобрительный звук. Держитесь крепче. Прощай, железный человек. И ты, высокая шляпа.
куплю новые латы. Совсем крыша потекла. И грузинский княжеский титул. А для фрау Маточки кроватку. Да почему грузинский? В Европе модно. Мадемуазель, не поможете европейской интеллигенции замок восстановить, а? Don't speak Russian. Да-да, научим спикать по-нашему. Я буду великий, о, могучий, красивый буду и самый главный. Один. Сева, стой спокойно. Ваше Величество. Едем, Ерема. Едем. Не успеем. Сердце отцовское чует. Утро вечера мудренее. И конь у нас не железный. А мне ножка досталась. Вкусная. А мне грудка. Вкусный мужчина. Да, он был. Ой, свои. Почти. Это кто гуляет ночью по мой двор? Музыка мне прилетел, или привидение во дворце завелся? А! Этого тоже берем? Держу, говорю. Туда давай. Заргут. Прикольная тачка. Опа. А что если лететь сразу на этот штук в Китай? Ветер. Ну, голова. Зачем мне, великий фрон Лоб, делиться с этой швайн? Воевода, идем-ка смотреть, что еще можно взять в этот дворец. Это товар для наш великий император. Ладно, пойдем. Только припасы в дорогу захватим. Сейчас приду. Какое полезное изобретение. Так.
Откуда-то? Ой. Куда ждать? Стоять! Держи! Да, мам, мы тебя накажем! Жулик! Не пущу! Всеславушка! Радость какая! Папа пожаловал! И схудала такая! Папочка! Сестрёна! Осторожней, баб! Кажется, у царевны мужа вместе с транспортом увели. Иди ты! Правда, а где мой шах? Ой, какая большая медведица! Сколько много звезд. Кто здесь летать без моего разрешения? Ты кто такой, а? Я? Зачем угонять наш паралет? Царевина сердитый будет. Ой, это страшно совсем. Эх ты! Тряпка. Я рыцарь, и всякий там дилда царевин не боятся. Куда? Знал ли кто, как в гневе я страшна? Любима вам в обиду я не дам. Признайся, изверг, срочно все в ушах, а то тебе я больно нападаю. Не трогал в паралете. А ты ручку на карте передвигал? Куда? На юг. На юг. Так он в Африку корабль отправил. В погоню. А на чем мы поедем? Аленушка, ну куда ты собралась? Тут дело опасное. Я уж сам. С царевной. С царевной? Нет уж. И Всеслава, я поеду. А где твои старые машины? Которыми ты мой забор вечно ломала. Ага, вдребезги. Точно. Молодец. Точно. Молодец. Ой, где же крылолёт? Опять спишь. Ерёмка! Вот чего он так сюда спешит. Сколько ж можно ворчать. Вот куда собрался. Ерёмка, подсобика. Иду. Сестрёнка хороша. Да. Только ее муж улетел, она за моего жениха берется, а? Нас А не понимает, куда летит этот тороплет, этот аппарат. Когда мы успеть перелететь в Великий Китайский стенка? Это не есть Китай? О май гад! О май гад, остановите! Я сойду!
знак богов. Ты с собой кого-нибудь на второе не прихватил, а? С ним еще один. Что за чувак? Ух та какая! Тут он так. А где нас встречать китайский товарищ? Шалиш, парниша. Мы здесь, товарищи. Сколько страсти в вашем взгляде, рыцарь Цветр ваш слуга. От таких красот и стати закружилась голова. От таких красот и стати закружилась голова. От таких красот и стати закружилась голова. Девочки, увлекайтесь, проявляем только кулинарные пристрастия. В нашем крае есть обычай, любим мы гостей всегда, да-да-да, на обед мы любим печень. Так, крылолёт всех не поднимет. Циклоп большой, папенька многовато кушает. Я с тобой, доча! Повар в дороге! Ой, как пригодится! Пусть циклоп и... А я туда не поеду, я туда не ездок. И тётя Ефросинья остаются. Остальные забирайтесь. Ой, скомандовалась. Поехали! Девочка, девочка, яблоко. Я не виноват ни в чем, клянусь вам, жульничать ни с вами, ни с руки. Все, что обещал, отдам за даром, кореша проделки не мои. Если наш великий пират будет знать, что будет в мозги, жуликов накажет беспощадно, разорвет на мелкие клочки. Вот и стало всем понятно, что нельзя обманывать других, потому что очень неприятно будет всем и даже вам самим. Ёмушка, сядь поближе. Будешь вторым пилотом. Всеслава, прекрати моего жениха всяким глупостям учить. Папенька, по тебе сильно скучали. Вот его и развлекало бы. Девочки, не ссорьтесь. Лучше скажите, вам бутерброды с колбаской или с сырком? А мне, ваше величество, можно все? Вот мне с тем и с другими, и вообще отдельно можно. Обойдешься. А вот Ерему нужно покормить. Нам его мужская сила еще пригодится. Это еще для чего? Чтоб быстрее до Африки добраться. Этот рычаг сюда, педаль выжимаем. Тумблер в крайнем положении. Пипочку нажали, клапан открыли. Куда ручонки потянул? Алёна! Это что, Африка? Это план моего спасения. Это где? Туда. Я говорю вам, туда он ракету запустил. Разворачиваемся.
имя твое, о, женщина? Ефросинья я, Спиридоновна. Пройди же и развлеки меня, Спиридоновна. Ну? Лети, кружись. Устраивай. Теперь, Донна, что это было? Теперь не представитесь? Ой. Мужчина. Ну, циклоп я. А? Тимур. Ну, для своих просто Тимурчик. Ну, не может быть, чтобы такой привлекательный и умный мужчина не справилась с этой провинциальной девушкой. Девушка, девушка, вас можно на один минутка? Не гони волну. Девочка, что вы сегодня вечером делаешь, а? Пойду с бабучанга косточку обгладывать. Этот тюрбан краски строить, когда надо думать спасаться. Ты такой красавица. Почему не замужем? Че, он в затопе? Я тебе один умную вещь скажу. Павлин, на ваш фон просто серый грязный ворон. Роза в вашем присутствии просто верблюжья колючка. Если бы я вернулся к себе во дворец, кстати, 1147 комнат, то только вместе с тобой, да? Давай сбежи вместе! Ты и я! Я боялся за свою жизнь и за твой, фрау Марта. Молились бы. Ползи, ползи отсюда. Слушай, открывай, побежали уже, да? Да, да, да. Я... Что, я тоже? Зачем подмигивал? Я подмигиваю. Трабл? Эй, какой трабл? Да клянусь... Занятный пассажир. Поздняк метаться. Бондарьон, стой! Один, два. Молодцы! Расслабься. Отдохнули бы малость, циклоп. Тимур, я вот вам борща приготовила, царевые пирожки подогрела. Ефросинья, женщина, мечта. Сейчас. Павлин на ваш фон. Просто серый ворон. Солнце при вас. Просто верблюжья колючка. Скажете тоже. Царевна при вас. Неудачный пример. Ну, заканчивайте. И к столу жду вас, Тимур. Как вас по отчеству? Нет отчества? Нет. Ну, ладно. Спиридоновна. Встретив вас, узнал я вкус любовной власти. Страстный трепет в сердце каменном возник. Вкус мучительно, сладостно напасти. Растопил в душе страстей и чувств ледник. Я в своих мечтах не так все представляла. Был стройнее в них и меньше кавалер. Но от слов таких все вдруг затрепетало. И румянец на щеках моих зардел. О, как прекрасен и опасен разных душ таких союз. Слить захочется в экстазе и дойти до брачных уз. Слить захочется в экстазе и дойти до брачных уз. La 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 la
будем на месте через 5 часов. Через сколько? Угу. Ерёма? Mm. Ой, меня уже укачивает. Фифа какая. Ой. Всеслава! Mm. Остановка где? Нет остановки. Ерёма, mm. газку подай. Mm-hmm. Ерёма, mm. мне дурно. Дай ей пакетка. Сделай мне комприз. Комприз. Тягу выжми. Ну, держите. Держись! Ерёмушка, это не я! Маме, стоп! Пристегну ремень! Тихо! Тут есть кто-нибудь! Давай, спасайте! Время обеда! Первое и второе блюдо на выход! Папа Андос, чувачок, да? потусуемся? Это есть наказание за мое предательство, воевода. Не прав, он не очень плохой человек. Если вы мужчина в самом сил рассвете, то судьба вам щедрый. Ноги целы? Ничего. Все хорошо. У
Вот и балалайка цела. Аленушка, где? Аленушка! 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 Рада, где все-то? Алена, где? Вроде там должен был приземлиться угнанный. Точно салют. Туда упала? Вот все из-за твоих изобретений. Я как лучше хотела. Че это? Ой. Так, где оружие? Вот. Стрелять буду! Ой. 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 Эй! Кто-нибудь? Ерёма! Ау! Я так и думала. Царевна с Ерёмкой меня бросили, а сами улетели. Хорошо. Разок от местного фрукта откушу и в раз дома окажусь. Ой. Кислятина. Ой, не получается. Почему я не дома-то? Я не ходить. Мне нельзя кушать. Я закородный рис. Отлепись. Жаль, маловато. Еще бы парочку таких туристов. Здравствуйте. Вы девочки. За рога и в стойла. О, какие плоды растут на наших пальмах. Что поспел? И тебя кушать будем. Меня? А, вот что, хорошие мысли. О, там еще пища. Царь, большой кусок на меня. Да. Это что тут происходит? Кушать готовите, это правильно. Дело хорошее, но продукты у вас не очень. Вегетарианство нынче модно. Дай-ка палку свою. Мужчины кончились. Точно! Женщины начались. Убили! Верхи, убивцы! Может быть, пирожков с капусткой, а? Или вот пельмешки? Сама слепила. Вкусные. Вкусные. Севка что-то беспокойнее сегодня. Вроде сена ему дала. И где там наш? Правда, где? Ой. Ой, царь. Весело им там, в Африке. Ой. Прощай. Любимый царевна! В чан! В чан! Всех в чан! Все собрались? Теперь здесь я главный! Ты что? А то стремак жжешь! У меня большой, самый большой магический кристалл. Как же ты велик, мой повелитель.
Сейчас. Ой, как страшно! Что страшно? А ну пошли отсюда! Выпускай давай меня скорее! Слышишь, да? Умного видали? Теперь я шах. А ты будешь мою туфля чистить и ноги целовать. По праздникам. А если мне что-то не понравится, казню. Шех, багажник! Как это казню? Совсем обнаглел немножко. Непонятливый какой, раб. Повелеваю. Что скажешь, ваше величество? Какое же повелительство? Ой, а вдруг Ерема расшибся? А папе моему помощь нужна. Ой, они что, в клетке, что ли? Сувенир какой! Циклоп подарю перед тем, как казню, наверное. Джин, заводи! Стойте! А? Меня забыли! Джин, подожди! А Ерема где? Какая красотуля! К нам сама бежит, посмотрите! Женюсь на тебе, кстати! Если не передумаю. Как это? У меня жених есть! Эй, кто твой Ерема? Что? А у меня собрали кристалл! Джин, властелин я реально! Ты подумай. Думать тут нечего. Ай. Джин, папа, давай сюда. Точно не соглашайся. Сейчас казним его потихоньку. Не надо, папу. Я согласна. А? Папа целовался. Ерема, любимый. Любимая. На минуту нельзя без внимания оставить. Ой, как же я по тебе соскучилась. На, получи за хозяина! Вас к тебе! Беги в ракет! Хорошо. Сейчас я тебе буду ликвидировать, как недоразумение! Жена моей будущей. Нет! Кто вы? Где я? Бабку родного не узнаешь. Любимый, ненаглядный. Очнись уже давай, да? Опять наши паралёты угоняют. Точно! Паралёта! Ну что ты будешь делать? Любимая, мы снова вместе. Правда, теперь мы вместе погибнем. По гороскопу у вас сегодня самый неудачный день. Поберегись! Не шахское это дело непослушных наказывать, ну-ка. Простите. Стоять! Мы свою ракету только у вас забыли. Съешь его! Прошу прощения. Курс на восток! Китайский император!
пожалуйста. Я, кажется, потревожил вас. Стоять! Еще раз наступил, прошу прощения. Что ж такое сегодня за день? Аленушка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здрасте. Вы могли бы меня вернуть обратно в прежнее состояние? А то у меня депрессия. Эй! Я не виновата. Я не могу. Поставь у меня колдовать не получается. А татами не сделайте, пожалуйста. Да это просто удивительный помутнение. Ну, в башке. Так-то ты без меня спасаешь нашего любимого Шаха. Так-то вы тут без меня развлекаетесь. Тетя! Он меня пока не расколдует, не отпустит! Спокойно, Аленушка, ты можешь. Ага, вы как всегда вовремя, Ефросинья Спиридоновна. У меня не получается. Хорошее дело получится. Осторожней. Спасибо. Два. Большое вам нечеловеческое. Ой, а? Спасибо. Ага. Получилось. Заслужил, ежик. Олег? Так вот, кто не дал дочурам моим новых бед натворить. Спиридоновна. Ой, да что вы. Сами они все поняли про себя, наверное. Теперь можно и свадьбу играть. Правда, царь наш батюшка? Теперь можно! Догоняйте! Два моего сердца. Тебе, Алёна.
Мрак. Жуть. Да. Господа и дамы. Хрум-хрум, парниша. Никаких хрум-хрум. Я делать бесплатно. Перестройка этот конструкции. Я воля. Кажется, они согласны.